Министерство обороны России впервые обнародовало уникальные исторические документы, посвященные освобождению Польши советской армии в 1944-1945 годах. Архивные материалы размещены на официальном сайте военного ведомства. В рамках проекта «Освобождение Польши. Цена победы» представлена подборка боевых донесений, докладных записок, рапортов и справок из фондов Центрального архива Министерства обороны. Многие из них свидетельствуют о благожелательном отношении польского населения и католического духовенства к Красной армии. Рассекречено также свидетельство тяжелейших боев за освобождение польской земли от нацистов. Эти материалы обнародованы после решения президента Польши Анджея Дуды одобрить поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или любого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Предлагается, в частности, снести памятники советской эпохи, в том числе красноармейские мемориалы. Истребляя врага в уличных боях.